Но когда вы думаете о карьере, где вы находитесь на карьерном пути? Посередине, не в начале, ну и не в конце. Что вы думаете о карьере вашей группы? На каком этапе вы находитесь сейчас? Я думаю, что в музыкальном мире ты постоянно смотришь на вещи и думаешь, что же будет потом. И в последний раз, перед тем, как мы начали это турне, мы сидели в одной комнате и рассуждали. Эй, будет круто сделать эту или ту песню, и, конечно, у нас есть определенные идеи. Так что я думаю, мы еще не в конце нашего пути. Но на данном этапе нашей карьеры я лично стал очень ценить историю нашей группы. Все, что мы пережили, 18 лет вместе, 8 выпущенных альбомов, мы прошли через столько вещей вместе, в этом наша сила, сила нашей команды. Я начинаю чувствовать небольшую ностальгию, исполняя некоторые песни в рамках этого тура. Потому что я думаю, может, в данный момент я уже другой, не тот, кем я был, когда рождалась эта песня. Но я помню те времена, как я писал ее, мне было 21, и это здоровское чувство. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».